35-летняя Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» вместе со своим избранником, 37-летним Колином Жостом. Влюбленные не могли скрыть чувств, позируя фотографом. Американская актриса выбрала эффектное алое платье свадебного бренда Viora Wine. Красный атласный наряд с головокружительной декольте стал одним из самых красивых на мероприятии. Блондинка улыбалась фотографам, позируя вместе с возлюбленным. Скарлетт и Колин, не стесняясь, целовались прямо на красной ковровой дорожке. Звезда вселенной Марвел была номинирована в категории «Лучшая женская роль в драме». Награда досталась Ренее Зеллвегер за роль в картине «Джуди». Среди номинантов были Сирша Ронан, «Маленькие женщины», Синтия Эрива, Гарриет и Шарлиз Терон, «Секс-бомба». Скарлетт готовится выйти замуж в третий раз. Ее первым мужем был Райан Рейнольдс. От брака с журналистом Роменом Дориаком звезда воспитывает 5-летнюю дочь Роуз Дороти. Скарлетт Йоханссон сделала признание жениху на телешоу. Актриса публично потроллила возлюбленного. Шарлиз Терон появилась в пикантном наряде на «Золотом глобусе». Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вышли в свет вместе после развода.